Мобильное приложение BitBit Nation для iOS и Android предлагает решение все в одном. Для пользователей быстро решать свои повседневные проблемы, позволяя им помогать друг другу, когда это срочно требуется. Это делается путем облегчения связи между человеком, нуждающимся в помощи, запросчиком и лицом, предлагающимся помощь, то есть помощник. От получения последней самой свежей информации от реальных людей о последних местах до поездки или мест для проживания в определенных местах от людей, которые не прочь помочь. Кому-то для людей, которым в данный момент не хватает члена семьи или домашнего животного или нуждающимся в помощи, чтобы быстро найти кого-то и многое другое. BitBit Nation делает запрос и предоставляет любую помощь наиболее эффективно. Запрашивающие могут выбрать вознаграждение помощников с помощью подсказки благодарности после получения запрашиваемой справки. Однако запросчик не обязан предлагать какие-либо вознаграждения. Но если кто-то предлагает, помощник также не вынужден и это принять. Оба запроса взаимодействуют друг с другом, вне зависимости от BitBit Nation. А BitBit Nation не участвует в каких-либо договоренностях между ними. BitCure BitBit Nation не является ни консультантом, ни помощником сотрудников или независимых подрядчиков. Как сторонники запроса, так и помощники действуют для себя и решают между собой и советником BitBit Nation в случае спроса. В продвижении и поощрении экономики в помощи BitBit Nation не только делает мир лучше, но и приближает всех пользователей, поскольку они, как правило, должны встретиться лично, чтобы оказать запрашиваемую помощь, а также и сами решить свои споры. Это значительный шаг вперед от популярных приложений для социальных сетей, где пользователи обычно взаимодействуют за смартфоном или экраном компьютера в большинстве случаев. Итак, друзья, давайте еще пройдемся по сайту. Здесь у нас видеоролик небольшой от создателей приложения. Всякие преимущества показаны. Затем, куда какие монеты будут уходить. То есть сейчас вот прежде всего бонус идет. Дорожная карта у нас расписана с 2018 по 2020 год. Сейчас у нас идет третий квартал. Затем команда. Можете подробно потом зайти, поизучать команду. Это у нас идет генеральный директор компании. Видите, китайцы у нас. Затем все социальные сети на компанию BitBit Nation я скину под видео, чтобы вы могли ознакомиться получше с компанией. Затем также здесь присутствует ссылка на белую бумагу. Перед покупкой токенов обязательно ознакомьтесь с ссылкой на белую бумагу. Чтобы купить токены, вы можете нажать на кнопку. Чтобы купить токены, вы должны нажать на кнопку «Принять участие».